призвали меня в 86 году. Служил до 88-го. Служил я в городе Газни, разведроте специального назначения. Наше было, как говорится, задача, постановление было на облеты территории. Брали караваны. У нас Черчик было градусов в тени 50. Ну, как-то привыкли. Дружба – это самое было закон, как говорится, войны. Друг друга мы прикрывали. И сейчас мы, наш братство есть. Мы дружим, как и раньше. Друг другу помогаем всегда. Молодому поколению хочу сказать, что война – это очень плохая штука. Живите, радуйтесь, что нету войны, что мирное небо над головой, чтобы всегда были вы веселые ребята, чтобы мама вас в армию провожала, не боялась, что вы пойдете куда-то служить, воевать.